Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча, и это влог номер 39. Сейчас я направляюсь в аэропорт Внуково, и оттуда уже направимся в город Грозный. Я уже в аэропорту, и посадка у меня начинается в 10:15. Ну, в общем, прилетел я в Грозный со второй попытки. Здравствуйте, Михаил Нигматов, это сюда, да, мне? Да. Это вы меня ожидаете? Все, спасибо. Видите, тут даже личный транспорт. А люди... Что, мы пришли к мечети имени пророка Мухаммеда. Видите, это, между прочим, самая большая мечеть в Европе. Ее еще называют гордостью мусульман. И сейчас, если нам опять же разрешат, мы зайдем и снимем обстановку внутри. В общем, друзья, сейчас мы находимся внутри гордости мусульман. Вот как вы видите. Когда вот находишься в этой мечети, чувствуешь вот эту вот всю духовность, как люди обращаются к Аллаху. Тут просто идеальная тишина. Тут, когда находишься, обретаешь спокойствие. Ну, по крайней мере, это лично у меня так. Я думаю, вы сами можете вот посмотреть обстановку. То есть все хорошие люди обращаются к Богу, Аллаху. Селимхан решил меня угостить чеченским национальным блюдом. Это у нас называется галмыш. Это уже сушеные колбаски к дополнению вместе с курицей. Вот как раз и попробуем чеченское блюдо. У нас тут получается кукурузный галмыш, вот он, и мучной галмыш. Они вот такие. Сейчас заценим. Макаем в чесночный соус и пробуем. Пробую я первый раз и могу сказать, что это действительно очень вкусно. А теперь давайте мучное попробуем. Можно уже луковый соус добавить. Он тоже вкусный. Ну и колбаска напоследок. Вот про колбаски могу сказать, что тут прям чувствуется, что это натуральное мясо. Эти день в Грозном, и сейчас мы приехали на полигон. И вот чеченские бойцы будут меня учить стрелять. Готовы? Да. Цель! 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 Реакция лево! Реакция право! Колено! Стоя! Вперед! Цель! Вперед! Цель! Цель! Рикардо, Оля! Разбей тебя друга! Не плечи. Да. Правый это, локоть чуть низ. Ага, все. Понял? Да. Вот так стоишь, целишься, и выстрел должен быть, вот смотри, такой, чтобы угол прямой был. Не вот так, туда за нож. Ага. Не вот так. Да. Вот так, чтобы вот так. Боец готов? Готов. Цель!
супер. А дачи правда никаком, никакой толпы. А прям по руке вот эти, ничего страшного? Ничего страшного. С вами, друзья, был Кочи ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что YouTube редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Всем спасибо, пока-пока. Я как и был оппозиционером, так им и остаюсь.